Где именно, количество, как упаковано? Количество не знаю, не должен. На кухне? В чем, как выглядит? Пакетик. А? Коробки. В какой коробке? Пакетик. В какой коробке? Картонный. Десять, да? В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что синтетические наркотики и реагенты для изготовления курительных смесей 25-летний житель города приобретал крупными партиями через интернет. После этого он изготавливал наркотические курительные смеси, расфасовывал их на мелкие партии, а также разовые дозы, и продавал в Альметьевске, Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. В результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана совместно с коллегами из Альметьевска 9 июня на автодороге «Русский Актаж-Джалиль» задержали двоих подозреваемых. В их автомобиле полицейские обнаружили 110 готовых к закладке упаковок с синтетическими наркотиками, а также множество сим-карт, банковских карт, сотовых телефонов и упаковочный материал. Третью участницу преступной группы полицейские задержали в доме ее сожителя. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружено более 600 граммов высококонцентрированного наркотического средства. По предварительным данным, изъятого сырья хватило бы на приготовление более 20 тысяч разовых доз синтетического наркотика. В настоящее время, по данному факту, отделом МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 221. В настоящее время, по данному факту, отделом МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов –